Всем добрый день, всем хорошей недели, начала недели хорошего. Что сегодня мы купили? 3 цукини. Цукини на 2 евро вышли, 3 штучки. Хорошая цукини такое, обшарю с майонезиком, майонез остался еще. Обшарю с чесночком, с майонезиком. 3 помидорки, помидоры дорогие, по 3 евро. 2 огурца на салат это. Огурцы немного подешевели. Один огурец такой стоит 69 центов. Сетка картофеля. Картофель не очень. Есть мелкий, есть крупный. Неотпорный. 3,50 сетка картошки. 4 сардельки. Такие сардельки всегда покупаем. Очень вкусные. Рекомендуем. Всем приятного аппетита! Всем добрый день! Сегодня у нас мукбанг. Отварила картошечки. Стасик любит маслины. Маслинки у нас. Отварила картошечки вареные со сливочным маслом. У Стасика гречка. Покажи гречку. Стасика любимые маслины. Смак обалденный. А это у меня цукини. Цукини, майонез, чесночок, соль, перец. И салат. Салат, помидор, огурец. И оливковое масло. Ну, соль, перец, оливковое масло. Так. Кусочек хлеба черного. И чашка кофе. Ну как, вкусно? Да. Стасик цукини не хочет, потому что он не любит острое. Кстати, рекомендую цукини. Они по вкусу чем-то кабачки напоминают. Но масло идет на шарку в разы меньше, чем от кабачков. Экономия масла. И мне кажется, оно лучше. Болезни. Что ты съел? Как будет на наступиться. Купили помидоры, такие вкусные. По 3 евро кило. Сегодня мы были на экскурсии. В парке. Мы уже видео выложили. Пришли домой, есть захотели. Парк очень хороший. Да, индийский парк Марсани. Мне, кстати, в Берлине нравится район Марсан. Самый лучший, как бы. И подписчики писали, что... Не, он не самый лучший, но он отдаленный, кстати, район. Но я люблю такое ближе к окраине. Центр терпеть не могу. Это шум, пыль, гам. Лучше всего вот так где-то подальше от трасс. Цукини это божественно, конечно. С майонезиком. Летняя еда. Они острые? Острые. Ну попробуй. Сюда. Речку. Вот сзади, да. Ну вот не сильно он пропитанный. Вчера пожарила цукини, съела соус, настоялись обалденные. Что хочу сказать по комментариям. Всем, кстати, спасибо за хорошие комментарии. У нас зрители очень хорошие, мы всех любим, всех уважаем. Равнодушные, хорошие. Как раз не равнодушные у нас, хорошие зрители. Да? Не, по-закарпатски это хорошие. Ставлять лайки. Это ну, еще да. По-закарпатски говорю. Волчица. Нет, ты говоришь, что равнодушные. По-закарпатски так, да. Угу. Вроде кажется наоборот, а по-закарпатски по-другому говорю. Я закарпатский язык не знаю. Ну, говорю чуть-чуть зрителям. Закарпатский язык. У нас на Закарпатці кажуть крумплі і топанки. Пишіть у коментарях, що це таке.
Я даже не знаю. Пишіть, що це таке крумплі. І пишіть, що це таке топанки. А де грибок кількість? Ні. Оце по-людськи. Можна закропати, як тут дивиться. Кстати, что меня удивляет, что очень много комментариев считаю, мы любим вот эти скупляться. Мне кажется, вот эти такие акции, что цены намного ниже, чем в Лидле и в других магазинах. Я вот это не понимаю. Когда пишут, что это дорогой магазин, у нас вот эти русскоговорящая кассирша работает, и мы с ней тоже общаемся. Она говорит, это нормальные цены, и ничем не выше, чем в Литве или в том же Кауфланде. Очень часто акции хорошие. На этой неделе хороший сок в акции. Да, евро 19. Не химичный, такой хороший сок. Так что я не понимаю, кто говорит, что это дорогой магазин. Я не представляю, чтобы он был дорогим. Вот мои любимые маслинки. Зеленые я не беру, потому что они чуть-чуть кисловатые. А эти черные маслинки. Сладкие. Сладкие и не кисловатые. Ну вот. Да. А салатик кушай, Стась. И маслинки люблю. Я вот такую отварную картошечку со сливочным маслом обожаю. И сверху черный молотый перчик. Хай любит острое. Ну я острое не сильно люблю, но вот черный перец и чеснок я люблю. Ну как, цукини вкусные? Это не цукини. Нет, ты поел? А, я в гречку засунул. Кстати, гречка с Украины у нас. Помните, мы вам казали, посылка пришла, но мы решили не снимать, потому что мы же снимали много. Правда, получится? Ну да, ну нам этот раз посылку только гречку прислали. Посмотрим следующую посылку, что нам вышлют. Ну я домовился за крупы такие хорошие. Ну да, Стасик хочет. Какую ты крупу хочешь? Маслинки две, какие красивые. Кая. Ну да. Ты не хочешь? А ты попробуй. Маслинки обалденные. Обалденная маслинка. Обожаю. Я, кстати, один раз в детстве переела маслины. Каких? Ну, таких черных. Я одно время вообще их не хотела есть. Но сейчас обожаю. И зеленые люблю, и черные, и масло оливковое. Я с детства приучена к нему. Масло оливковое у нас в семье все использовали. Ореховое масло, оливковое, ну и подсолнечное, конечно. Хотя у меня мама всегда супы, борщи варила. Еще когда я маленькая была, всегда смесь делала, ложила сливочное масло и оливковое пополам. И очень вкусно было. В доме опять какая-то пожарная сигнализация пищит. Ужас. Не знаю, на видео услышите, не услышите. Или курят в квартире, или готовят. Кабачок нежный, обалденный. Цукини. Этот раз картошку купили, такая вкусная. Хочется? Одну. Я люблю маслины. Вы же извиняйте. Стасик любит похвастаться. Да, я часто тебе маслинки покупаю.
обалденные. Ну, кстати, зеленые, в них больше витамина. Именно в зеленых. Ну, короче, эти покрашены. Да? Ну да, черные. Они покрашены. Я и те люблю. Обалденный смак. А больше всего я люблю или цукини, или кабачок, или синенький, обжаренный вот так пластами такими, с майонезом, с чесночком. Обожаю, что если укропчик добавить. Кстати, у нас беда, нигде нормального укропа не нашли. Смотрели турецкий магазин, смотрели уже. Но зелень в этом году, что-то дефицит. Вы нам писали, где-то есть зелень. Продают в каком-то магазине. Ну, я тебе смотрела, нигде не нашла. Завтра по делам отправляемся. Столько дел, не в проворот. Свежезаварной кофе. Вкусный. Кашель еще не прошел полностью. Я не знаю, я когда болею, у меня всегда долго кашель остается. Бреды. Я, кстати, маслины еще люблю с косточкой. Косточка, она полезная для организма. Ее можно глотать. Ну, кстати, немного. Пару косточек нормально. Чересчур много тоже не все. Последний месяц лета. И наступает осень. Я, кстати, осень больше люблю, чем лето. Весна, осень, зима для меня самые любимые поры года. Лето я тоже люблю, только если в доме есть кондиционер. Если кондиционера нет, для меня лето это катастрофа какая-то. Как-то так. Цукини этот раз в Атеке покупала. Такие дешевые, по евро, по-моему, килограмм. Извиняюсь. По евро килограмм, но такие хорошие, мощные такие. Я, кстати, на видео, по-моему, показывала. Не, не показывала. Перцы тоже сладкие по евро в Кауфланде. А нам пишут, что в Атеке цены... А, в Кауфланде? Да. В Атеке перцы 2 евро. Ну, я не знаю, я не считаю, что Атека дорогой магазин, потому что я равняюсь с другими магазинами, но цены... Даже много группа товара, которые в Атеке дешевле, чем в Литле. Не знаю, что запрет. Может, от земли зависит, может, в вашей семье это экотороше, но в Берлине. Кофе, вот это, что мы купили, в Литле стоила такая пачка 8 евро, а в Атеке по 4,50. 4,99. Остренько. Отлично. Так что цены в Атеке приемлемы. Стасика любимая рубрика Мукбанг. Самая, ну, да. Самая любимая. А я люблю покушать. Вот
кстати, так хочется торта купить. Ну что ты играешься? Так хочется бисквитного тортика. Я тебе, кстати, рецепт кинул в Телеграм. Очень хороший рецепт. А чему? Как любить? Ты очень это любишь. Это яро? Нет. Только сладкое, как наподобие зефира. Птичье молоко? Да. Только в домашних умовах. Надо посмотреть. Пишите, чтобы сделала нам. Я ей скинул рецепт, а вы пишите. Ждем. Это надо хорошую духовку. Стаси, купишь мне хорошую духовку? Это не в духовке. Нет? Нет. Так что можешь даже и расслабиться. Ну да, там сделаем. Так что, кто с нами обедает, всем приятного аппетита. А чё? Кто обедает, кто ужинает, кто вечеряет. Мало ли вдруг кто зашел на канал Волчица и включил мужа на вечерю, или на обед, или на снеданок, или же полудник. Всем приятного аппетита от канала Волчица. Mm-hmm. Ну, маслины хорошие. Ну, да. Ты же будешь цукини? Не. А вон там мало майонеза, смотри. Не, не хочу я. Ну смотри. Стасик мясо любит. Стасик любит красную рыбку. Угу. Ну мы не знимали мукбан красной рыбы, как мы ее жарили, как мы парили, шкварили, решили. Не, ну суп мы сняли. Ну суп сняли, а то решили уже не снимать, бо. Не все знімати, знаєте. Тобто тобі подобалась риба жарена, красна. Я люблю запечену. Ну, яка я, кстати, пекла. Да. І рибку красну. Тобі подобалось? Ну, я взагалі рибу люблю. Два штуки з'їла, Каля. Ой, акуратно. В тарілку попала. Поставь нормально. Три года. Устайся-ка всегда что-то падает. Ну то хорошо. Пишите на видео, что упало и что развилось. Под комментариями. Хорошо, что не разбилось. Ну да. Вкуснятина. Такой легкий ужин. Ну да, гречка. На ночь можно, кстати, гречку. А я душу картошку не жарю. А картошку жареную на ночь не можно, понятно. Я вареную. Я держу. Ой, что-то я наюся мысли. Слава Богу. Уже и помидор у тебя упал. И падает. Вкуснятина. Вкуснятина. Лопатина. Так что всем хороших выходных. Всем хорошей пятницы. Оставайтесь с нами. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. И ставьте нам лайки. Всем пока-пока. До скорых встреч.